вот начинается очередь в музей Топкапы, в кассу. Вот там она идет, и вот касса. Короче, полдня простоять. Аудиогид стоит 20 турецких лир. А это музей. Магазин-музей. Можно фотографироваться с девушкой. Как красиво. Чок Гюзель. Так, 2 турецкие лиры, 25 турецких лир, набор открыток, украшения. А, открытка одна. А нет, не одна. Целый этот. А, недорого. О, какая прелесть. Такой бы кинжал. Вонзить кому-нибудь в сердце. Это что за безделушки? Кто вот это носит, а? Мне кто-то привез что-то подобное из Турции. Вот ни разу не надела, и вот все лежит в шкатулке, лежит. Выбросить жалко, я даже не помню, кто мне подарил. Выбросить жалко. Рука не поднимается. И это целый магазин. Магазин, музей за Айя Софья. А это магниты. Топкапы Палас. Цены нет. Вот эти вот изразцы. В голубой мечети все сделано. Кстати, когда при строительстве голубой мечети султан, действующий в то время, запретил производить плитку на другие нужды, только для строительства вот мечети. Ну, после этого фабрика вскоре обанкротилась, естественно. А, сумки. Так, вот там туалет, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Туалет бесплатный. Ага, сейчас посмотрим. О, господи, это мужской туалет. Туалет вполне прилично выглядит. Все номера заняты. Неподобающие звуки, ну нафиг. Приятная прохлада. Вот красивая сумка, только вот куда с ней пойти? Ну красивая, ничего не скажешь. Так, посмотрим. Что там с набито газетами для плотности. Ну, в общем, ничего такая. Какая плотная подушка. А где цены-то? А, цена может быть здесь? 59 турецких лир. 59, 1 лира 15 рублей по курсу. Истанбул. Жила бы я в большом-большом огромном доме. Это было бы актуально, конечно. Вот такие штуки для интерьера в минимальном количестве, это, конечно, красиво. Но никогда ты живешь как в этом, как в антикварной лавке. Ну вот, к примеру, сколько это стоит? 600 лир. 600 турецких лир. Блядь, не дай бог разбить, а. Так, ну-ка посмотрим здесь что. О, вот такой вот сервиз 724 лиры. Вот такие вот стаканчики. Ложки-то золотые, что ли? А, пожалуйста, не трогайте. Лютфен. Красиво. Господи, как здесь прохладно, и как на улице. И как на улице. Жарко. Так, тут стояли женщины, я тут не успела снять. Тут вообще все дорого. Вот такой вот
О, какой красивый. Какой прям султанский. От кальян до кальян. Прикиньте, да, какая трубка? Вот трубка. Интересно, сколько у них выручка за день? Вот у этого магазина. Я бы офигела, если бы мне привезли бы вот что-нибудь такое, подарок. Это вообще в шоке просто. Зачем люди это покупают? Господи, какая красота. А меня видно? А я-то какая красивая. Ну я-то это оно и понятно. Это очень хорошо. Так, как на себя посмотреть? Я вот на себя смотрю, как цветочек. Очень красивая. Кинжал. У меня папа сделал красивее из дерева.